Так, друзья, 3 августа 2023 год. Видим, сотрудница полиции постоянно ходит без головного убора. 777 приказ МВД нарушает. Это у нас она постоянно ходит без головного убора. Гляньте, не по зебре пошла. Вот он бомбила, шашечку спрятал. Ну, смотрите. Вот она. Она уже одела пилотку, а была без ней. Вот так вот, как видео исправляет нарушители. Так, друзья, нахожусь, значит, на рынке под знак 3.2, движение запрещено. Поехал автомобиль, дед наш. Товарищ инспектор, давайте деда привлечем. Он уже сколько раз едет сюда. Да, мы его за знак запишем. Да. Так, дед, вон он. Значит, заехал под знак 3.2, движение запрещено. Девушка, там знак 3.27, остановка запрещена, уберите. То сейчас эвакуируют. Да. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут. Вы повезли нам полицию. Я вас слушаю. Заехали вы под знак. А это что делали? Едете, заезжаю. Сейчас мы их возьмем. Сейчас мы их возьмем. А это что делали? Сейчас мы их возьмем. Не-не-не, это что делали? Ты у них возьмешь? Сейчас будет заезжать. Сейчас не-не, вот так кругом будешь штрафовать? Кругом не могу. А почему? По заявкам. Почему? Такой себя какой должен начать. А? Ну подожди, куда ты что? Идешь? Какой заявка? Ну, что я нарушил? Заяв... Под знак заехали. Слушай, не что надо, я нарушил? Под знак заехали. А я не трогаю его. Не трогай, что я под тебе знак нарушил? Заехали. Что под сделал? Знак заехали. Зачем ты за мной ехал? Я не ехал. Зачем я следишь шел. За мной? Я не слежу, я шел. У тебя голова болит? Я шел, вы поехали, я иди, вас иди, вот увидел. Если всех будет штрафовать, мне тоже вы штрафу. Вы себя нет, начните. Нет, сейчас еще, конечно, еще напишем кому-нибудь. А? Еще кому-нибудь напишем. Что ты напишешь? Тоже за въезд сюда, там знак стоит. Брат, я хочу. Ну, вам уже сколько раз говорили. А какой заявка? Вот, заявка, вот, смотри. Вот заявка. Вам уже сколько раз говорили. Подожди, подожди, повернись. Вон это в суд. И снимай все машины. Это в суд едут, они тут работают. Брат, ты слушай. Все снимай, снимай. И штрафуй. Так они тут работают. Тем, кто я работает. Тоже работаю. Не, вы не работаете. Что ты от меня хочешь? Чтобы ну скажи, вы больше что ты не нарушали. Хочешь? Я, Оксай, буду гулять и кататься. Понял, понял. Запомни на всю понял. Жизнь. Понял.
А какие документы? А? Что ты, блин, не знаешь, что ли? Я знаю. Пускай всех штрафуют. Вот. Сейчас еще кто-нибудь заедет и напишет. Брат, не напишешь. Ты не напишешь. Я тебе говорю, 100% ты не напишешь. 100% при вас. Я тебе гарантии даю. Что ты не напишешь. Вы себя начните. Лично, вот я пришел ко мне, смотри, сколько машин, оттуда сюда. Никто не нарушил, кроме меня. Подойдите. Ну, да слышишь, что же ловил, Виктория, я не могу забыть. Подойдите сюда. Да я понимаю. Что мне делать? Сакса уехал. Вам сколько раз уже говорили не заезжать сюда, не нарушать. Так я вас тоже не трогаю. Повернись, ну снимай все вот так. Снимай, пожалуйста. Вот снимай все. Никого нет. Никого вот так нет. Снимай, никого нет. Потом мне снимай. Угу. Ты снимал? Да. Вот и все. За знак шашки я еще согласна был с тобой, а сейчас без ничего, понимаешь, ты следишь за мной, у тебя голова болит. У кого я... она болит, тот о ну, посмотрим, говорим. У кого болит. А у тебя два разрешения, чтобы ты его снимал. А зачем, оно не требуется. Как это не требуется? Не требуется. Его лишь разрешение да. требуется, чтобы да. вы его могли он снимать. Нарушитель. Я сейчас разобью этот телефон. Тогда за статья. То, что... Нет, дружище, будет, никто да. не давал разрешения, чтобы рядом. Вы снимали его. Да, понял. Обжалуйте не... мои действия. Если он не... Так и тебе просто сейчас ну, рассыпаться вот. Можно, и все, да. дружище. Вот суд рядом, пойдете. Ты что? Что ты пугаешь? Я понял, даже если он не прав, вы не имеете права его снимать сейчас. Понял, обжалуйте действия. Не можешь ты его снимать сейчас, друг. Не можешь, по закону не можешь. Не можешь, я тебе отвечаю. Еще раз говорю, это ты от меня отойди. Ты от меня отойди, чего ты ко мне подошел? Отойдите от меня. Вы не можете снимать его, он не давал вам разрешение свое, чтобы вы его снимали. Убери телефон. Отойдите я сейчас тебе говорю, убери. Угрожаете. Вы сейчас меня снимаете. Вы мне угрожаете. Если вы сейчас не прекратите меня снимать, прямо сейчас, угрожаете. Я его разбиваю. Вы мне угрожаете. Инспектор забрал телефон на я камеру. Я запрещаю этому человеку меня снимать. На каком основании? Как это на каком? Я человек, я не хочу, чтобы он меня снимал. Вы находитесь в общественном месте. Так а почему он меня снимает? Лично меня он почему снимает? Я имею он право. Я сделал ему замечание, что он меня снимает. Если он, подождите, снимает да. у нас, имеет право. Не имеет права никакого. Согласия, а нет, не может. Не может. Не может. Так вы предупредите об этом. Зачем? Я ему сказал, не надо. Я зачем? Зачем вы звук? Я предупредил его об этом, что не надо меня снимать. А вы имеете право звук телефона? Я имею право ему предупредить, чтобы он меня не снимал. Не делай это. А никто не делает. Не делай нарушили, этого. Нужно отвечать. Пара нарушает. Кто же на шашке, кто нарушает. Нарушили, нужно отвечать. А эти все, где день 1500 машин заезжает, выезжает. Почему ты никого не снимаешь? Всем. Да. Ты не снимаешь, запомни, всем. Я тебе говорю. Напомню я тебе это. Я никого не боюсь, но я тебе напомню. Больше не нарушайте, я вас прошу. Понятно, ну, присаживайтесь. Ну, Зеляров, тебе человеческий ничего не осталось. Присаживайтесь. Присаживайтесь, вам сказали. Андрей, присаживайтесь, не делай говорю. Этого. Я говорю, присаживайтесь. Я тебе вас говорю, инспектор просит. Андрей, не делай. Смотрите, машину не стукните. Я тебя обещаю. У меня возраст такой, уже. Все, давай. Понял. Здесь никто не нарушает, кроме меня, да?
Да по какой статье он будет привлечен? За знак, да, 3-2? Все выписали? Нет. Больше не будете нарушать? Андрей, как ты не понимаешь? Там знак 3-2. Этот 3-2, рынок, понимаешь, Андрей, я не ругаюсь с тобой. Это рынок, все вот смотри, все заезжают, выезжают. Потому что они работают тут. Андрей, хватит. Я хватит, ара, взрослый ты парень, ара. Ты взрослый парень, хватит. Вы тут постоянно. Ты не понимаешь, хватит. Бомбила вы тут. Ара, бомбила. Поэтому... или что? Этот тебе касается? Да. Незаконно предпринимательской деятельностью вы занимаетесь. Андрей, что есть там? Что-нибудь? Но вы развозите людей незаконно. Своих людей тоже нельзя? За деньги нельзя. Андрей, хватит тебе. Вы за деньги возите людей. Андрей, хватит. Понял. Тебе. Понял. Хватит. Понял. Тормози, Андрей. Я тебе... Я буду просто... контролировать рынок. Контролируй хоть сколько, но все. Хватит, Андрей, тормози. Пока вы не перестанете нарушать. Андрей, кто-то тебе убьет и повесит отсюда. Ага, понял. Я тебе говорю, ты мне не нужен. На этом возрасте ты мне вообще не нужен. Понял. Ты или вот это, как тебе сказать? Понял. Ну, молодых кто-то тебе убьет. Это 100%. Буду знать. Запомнишь? Тогда запомнишь мои слова. Буду знать. Ну, хочешь сюда, хочешь нет. Ты ненормальный человек. Бывает. Все стоят. Бывает. Все, кто не нарушает, ненормальный. Все стоят. Все. Вот стоят. Все будут людей убивать, и вы пойдете. А кого ты еще это снимал? Кого ты еще? Одного ход покажи. Ну, там они никто бомбил. Не нарушили, да? Там нет бомбил. Никто не нарушил? Я по таксистам. По таксистам? Да. А там же знака нету, Андрей. Там знак 3-2, движение запрещено. Андрей, здесь знака нету. Так а вы там заехали. А эти машины зачем заехали? На работу. Это что? Магазин. Магнит? Но заезжать-то нельзя. Так сюда возьми, могут заехать, закрой вот так. Работает. Иди закрой, что сюда не заходили. Ну, если закройте. Ты такой крутой мужик, иди закрой дорогу. Утром ну, сам закрывай, никого не пускай. Так а как будут в суд заезжать машины? Суд, ты знаешь, кто заезжает. Вот туда заезжает. Ты так мне мозги не крути. Едут. Так они же оттуда едут. Мозги не крути. Понял. Суд вот у них вот там. Видишь, и охрана так стоит. Они же оттуда заезжают. И охрана правильно? Стоит. Да. Ты мозги не крути. Да. Не, знаешь что? Если там закрыть въезд, они что, не будут сюда заезжать, правильно? Для них открыто будет. Но вам нельзя. Андрей, хватит, я тебе говорю. Понял. Будь человеком, хватит. Понял. Хватит. Но чего если ты вы следуешь не будете мне? Нарушать. Чего ты мне следуешь? А я не следую. Я Андрей, это увидел, плохо закончится, едете. Ты понимаешь? Я что увидел, человек вы едете. Сколько может терпеть? Угу. Я эти бумаги все принесу и заставлю тебе есть. Правильно. Если еще раз подойдешь, давай не будем ругаться. Не подходи. Мне понял. Не под... Знака нету, ничего нету. Вот ты случайно подошел, ничего нету. Так вы ехали. Я могу... 100 раз заехать, выехать. Это и рынок. Получить штраф. А почему другие не получают? Так они в суд едут. Это тоже суд едут? Ну, кто на рынке работает. А кто суд едет? Кто рынок? Ара, я тебе ну, еще... Ну, вас зовут. Чего ты дурашка ебашишь? Да вот не материте, туда, не материте. Разматерился. Так, ну, в общем, деда оформили. Товарищ инспектор, скажите только, чтобы он уехал отсюда. Да, он уехал. Машина уберется. Это угрожаешь мне? Нет.
Ни в коем случае. Ну, уберите машину, вы же попросили. Вас попросили убрать машину. Андрей, без себя я знаю. Ну, он инспектор попросил. Я говорю, без себя я знаю. Понял. Так, оформили бомбилу за знак 3-2, движение запрещено. Сейчас уедет. Сейчас уедет, товарищ инспектор. Сейчас он уедет. А? Он будет тут стоять. Там знак, мужчина, знак, уберите машину. Вон, смотрите, пассажира берет. Че? Хотели такси? Нет, нет? Я еще на работе. Это дядя, как что случилось? Ой. Пристегнуты. Видите, как штрафа учат. Взять. Поворотник включил. Езжайте, езжайте. Не, ничего, езжайте, езжайте. Поехал. Ну, я, друзья, с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи.